Сварили две боковые стенки на камеру. Получилось, конечно, высоченное, но супер. Если какую-то лестницу большую красить или какую-то железяку большую, широкую, высокую, у нас 3,5 метра высоты есть. Я снимаю видео. Помахай лапой. Варим малярку, малярную камеру. Малярная камера у нас будет большого размера. Можно будет загонять большие детали и машины. Все круто, это будет подача воздуха в камеру через фильтра. Thank you.
Размерщие 3. Размерщие 3, 4 гидрата двигатель. Попрыгающие подвод. Это на подачу. Размерами. Размерами, ну как раз мне. Какие размеры вот этой улитки? Это подающие, она будет работать с утра. Предварительный фильтр и подача сверху через потолочник. И надо протянуть все, поэтому такой размер. И камера объем. Там очень большой объем. И такая вот маленькая улиточка на вытяжку. Но она у вас среднего давления получает 1000 оборотов, 1,5 кВт двигателя. Вот такой объем, вот такая камера была, она вполне работает. Сейчас пойду запускать первый запуск, делать первое включение. Вот, большой ток у нас 380 вольт. Вот, первое включение буду делать нашей улитки. Так, и так. Внимание, старт. Ого, салют! Вот это нахерач! Листогиб, но ни хрена у нас не получилось. Вот. Так что листогиб говнопалка 2 благополучно помер. Зато вот такие вручную получаются трубы. Посмотрите. Просто мечта. Мечта индейца.